Я всегда любил российскую команду. Из 80-х, тоже в 82-м году, я помню, сильнейшая вот советская команда была. Но я ближайшее время, последнее время как-то близко я не интересуюсь, но так слышу, там какие-то новые ребята появились, очень хорошие. Не просто так, видите, вот уже прибрались там на чемпионат. Поэтому от всей души хотелось бы, чтобы в Бразилии результаты были великие, и чтобы российская команда, если не выиграла, хоть заняла первые вот тройки, вот, чтобы зашли, или второе, или третье место, если не первое. Но так, потому что Евровидение довольно хорошие результаты всегда были в последнее время. И хорошие результаты вот сейчас в Олимпиаде, и в хоккее, и в баскетбол. Поэтому осталось у нас чуть хромает футбол. И если исправиться здесь в России, футбол тоже, и тогда не к чему придраться, понимаете? Все хорошо, значит. Пожалуйста, приходите, инвесторы, вкладывайте, покупайте футболиста у нас. Пускай побольше здесь средств вливается в страну, понимаете? Мы говорили очень много, критиковали, например, определенный момент. Это и правильно. С критикой ты можешь найти правильный, вот как решить вопросы. Но хорошие черты, так и мы и знаем. Сидеть и хвалить друг друга – это тоже нехорошо, правильно? Лучше говорить то, что надо исправить. Поэтому, если все это исправится, лучшее место в мире жить – это Россия. Надо жить в место, где твоей душе угодно и приятно. Это и есть. Миром только можем этого делать. Мир вам, мир вашему дому.